Итак, сегодня рассмотрим один из вариантов, что такое огонь поддержки и как работает вторая линия по сравнению с первой. То есть для того, чтобы понять, как работает вторая линия, надо определиться, кто такая первая линия, кто такая вторая, какие преимущества у одной и второй линии. Итак, в данном случае сегодняшняя тема такова. У нас идет ближний бой. У нас идет ближний бой, у нас есть противник, который находится за укрытием. И мое укрытие. В данном случае импровизированное. Итак, какая ситуация? У нас есть три правила. Когда в зависимости от внешних факторов и таких, как противник маловероятен, вероятен, есть 100%, это уже начался контакт, или мы производим продвижение, перемещение какое-то. Это все внешние факторы, которые влияют на то, как мы будем работать. Опять же, не забываем о том, что есть дистанция ближняя, средняя и дальняя. Поэтому сейчас у нас ситуация такова. У нас ближняя дистанция. Вариация такая, что мы знаем, что там есть противник, и он знает, что мы здесь и есть сами. Поэтому у нас идет, грубо говоря, плотный огонь на близкой дистанции. Поэтому, так как я втянутый в конфликт непосредственно, я первый номер. Я решаю, что мне делать. Итак, какие варианты у нас есть? Вообще, какие варианты есть у нас, когда противник маловероятен, вероятен и есть 100%? В данном случае, при продвижении, когда противник маловероятен, я использую скорость, смену плечей и так далее, совершаю маневр. Это когда, как я сказал, внешний фактор говорит о том, что противник маловероятен, я использую просто как вид продвижения. Вторая вариация, когда мы нарезаем углы. Когда мы нарезаем углы не спеша, по чуть-чуть, это вариация, когда вероятность противника высока. Это не значит, что он знает о нас или нет. Это внешние факторы, которые мы должны сами определять и решать при продвижении. Поэтому это вторая вариация. И вариация третья, когда у нас вероятность огромная, либо когда уже начался непосредственный контакт. Мы не высовываемся ни в первой вариации, ни во второй, которую мы показали. Наша основная задача – создать плотность огня. То есть я максимум, что могу, высунуть часть оружия для того, чтобы создать плотность огня. Нужно понимать, что если я не создаю плотность огня, значит противник эту плотность огня может создать. И тогда я останусь в ситуации такой, как он, в критической. Почему? Потому что в данном случае, если я знаю, что он находится за этим укрытием, совершая плотность огня без остановки, выждав некие там 2-3 секунды, выйдя и совершая не прицельный огонь, а интуитивную стрельбу, то есть в данном случае я буду создавать плотность, и таким образом я не дам ему выйти. Просто за счет того, что я за счет подавления огня его подавляю. И просто не дам ему никаких вариантов для выхода из укрытия. Но, как я сказал, если я там не буду создавать плотность огня, значит, я даю шанс и даю возможность противнику также проанализировать и также совершить плотность огня в мою сторону. И тогда я останусь в такой же почти критической ситуации. Поэтому запомните одно. Либо вы создаете плотность огня на близкой дистанции, либо противник создаст, либо мы даем ему время для принятия решений, таких как граната и все что угодно. Чем меньше он думает, тем лучше. Наша задача совершить момент до работы навыков. Поэтому в данном случае внешними факторами является близкая дистанция, вариация, что противник там 100%, значит, как я сказал, я выбираю этот вариант действия. И создав плотность, я его давлю. Я нахожусь в первой линии. Я не могу в тот момент, когда у меня критическая ситуация здесь, от этого будет зависеть вообще мое дальше состояние жизни, грубо говоря. Поэтому я не могу глобально смотреть на всю ситуацию целиком. Я непосредственно занимаюсь тактикой. Мой приоритет здесь. В тот момент, когда я из трех вариаций могу только работать, не глядя, за счет плотности огня, у нас есть вторая линия. То есть это те люди, которые втянуты, они нам идут на помощь, но они находятся немного глубже. Это вторая линия. Посмотрим, вторая линия, ихнюю работу со стороны второй линии. То есть в данном случае у нас есть второе импровизированное укрытие, которое находится здесь. Итак, в чем основная ситуация? Дело в том, что те два человека, непосредственно враг и первая линия, у них идет непосредственный плотный контакт.
Они втянуты в контакт, это острая фаза, активная фаза, и они не могут отвлекаться на второстепенные факторы. Почему? Потому что они и называются второстепенными. Ихняя жизнь зависит не от второстепенных навыков или второстепенного наблюдения, а непосредственно от того, что творится возле них. Поэтому приоритетом для них, и для меня в том числе, является активная фаза там. Поэтому, когда к нам идет кто-то на помощь, то есть называем это огнем поддержки, он может применить другую тактику. На него тоже влияют определенные факторы. Но, как я сказал, когда мы не втянуты непосредственно в активную фазу, мы можем позволить себе другие вариации, как нам выходить для сбора информации, либо для нанесения плотности какой-то, либо прицельного огня в том числе. Поэтому в данном случае второй номер может позволить себе периодически подниматься для контроля, либо подниматься для того, чтобы сделать пару выстрелов и снова идти в укрытие. Он может работать как над уровнем, так и сбоку укрытия. И таким же образом, высовываясь, отрабатывать и снова уходить за укрытие. То есть мы видим, что первый номер не может себе позволить такой работы, второй номер может себе позволить такую работу, потому что он является огнем поддержки, потому что он не втянутый в фазу, и противник навряд ли, чувствуя угрозу рядом, за счет плотности и всего, он навряд ли потратит время на контроль либо плотность огня, либо прицельной фазы в нашу сторону, потому что его жизнь зависит не от нас, от того, что происходит рядом. Поэтому сейчас мы покажем два варианта, как в одной и той же плюс-минус ситуации, но за счет дистанции, за счет первого номера и второго, как разнится вариация, как мы работаем. Начнем с первого номера. Итак, в данном случае, как я сказал, самым важным критерием является наше мышление. Дело в том, что если мы будем постоянно работать какими-то шаблонами, какими-то формулами, то в критической ситуации мы не сможем принять верного решения. А именно от верного решения будет зависеть, выживем мы или нет. Почему? Потому что мы знаем, что у нас есть три вариации работы в ближнем бою, когда мы первый номер, и варианты выдвижения и контроля, когда мы находимся в глубине и не являемся потенциально опасным человеком для противника. То есть мы видим, что две разные ситуации и два разных варианта, как мы себя ведем. А это значит, что если в ближнем бою мы выберем тот вариант, когда мы можем позволить себе приподняться и потратить время на прицеливание либо сбор информации, в этой ситуации это будет фатально. В тот момент, когда противник будет либо контролировать, либо хаосно стрелять за счет плотности огня, я не могу себе позволить на секунду хотя бы выбраться из укрытия, потому что это риск. Риск для меня. От этого зависит моя жизнь, а значит, я не буду тратить на это время и не буду рисковать. Поэтому мы видим еще раз. Мы видим о том, что в ближнем бою у нас есть определенные задачи и определенные варианты, которые мы можем делать. Но так же, как и там, они не работают, если человек, который здесь, не способен принять решение. Также и второй номер. Если он не способен выбрать правильный вариант, который нужно отработать, от этого будет зависеть жизнь первого человека. То есть, если он в данном случае со второй линии, как здесь, хаосно высунет и даст плотность огня, это значит, что мы являемся уже потенциальной жертвой. В данном случае нам такой огонь поддержки не нужен. Friendly fire нам не нужен. Поэтому еще раз, самый основной фактор – это мышление. То есть мы нарабатываем с вами определенные варианты. Варианты различные. Работы на колено, смена рук и так далее. Берем соотношение, какая дистанция боя. Берем внешние факторы, которые на это влияют. И принимаем решение, в какой ситуации, как мы должны работать. Поэтому кардинально нужно разрабатывать мышление и нарабатывать такую ситуацию, когда мы способны его принять. Не работайте по шаблонам. Итак, показываю первый вариант. Первый вариант. Я оказываюсь, принимаю решение, понимаю, что у меня плотность огня близко. Противник за укрытием, я за укрытием. Я принимаю решение, как мне нужно действовать и как я буду его задавливать огнем. Я не обращаю внимания на второго номера, я его не вижу буквально. Задача второго номера – работать по всем нормам безопасности по отношению ко мне. Он способен принимать решения, у него стратегия, у меня тактика в ближнем бою, у него стратегия. Значит, он подстраивается под меня, он мне помогает, но в зависимости от того, чтобы я был в безопасности. Поэтому в данном случае я не обращаю внимания на него, не обращаю внимания на вспомогательные какие-то вещи. И так же, как и противник, я не обращаю внимания на ту сторону.
у меня непосредственная угроза находится, и моя жизнь зависит от того, смогу ли я задавить плотностью противника. Поэтому показываю, как работает второй номер. В данном случае я подхожу, понимая, что там противник, и понимая, что мне нужно отработать. Левой рукой, как я сказал, левая рука занимается осуществлением контроля оружия. А это значит, мы должны стрелять не в землю, а потенциально понимать, куда мы направляем оружие. Поэтому в данном случае, подходя к укрытию, то есть таким образом, создавая плотность огня, пару секунд я выжидаю, делаю 2-3 выстрела, не останавливаясь, выхожу, делаю продвижение и просто задавливаю противника, не давая ему возможности сделать либо в ответ огонь на подавление, либо вообще принять какие-то действия. То есть видим, это работа первого номера. Я не обращаю внимания ни на кого. Теперь, как я сказал, работа второго номера. Как я сказал, так как второй номер занимается осуществлением стратегии, почему? Потому что он видит непосредственно активную фазу, которая происходит там, и имеет возможность наблюдать все точки соприкосновения и принимать решение, где ему нужно поддержать кого-то огнем или не надо. Поэтому он занимается стратегией. В данном случае соблюдением безопасности он делает небольшую разведку за счет наблюдения. Принимает решение, когда у него есть возможность, он прицельно помогает и работает. Если нет возможности, он продолжает контролировать сектор и ждать удобного момента. Поэтому, если второй номер видит, что первый номер пошел в активную фазу, его задача контролировать и помогать в случае необходимости. Все, больше никаких действий. Поэтому, еще раз, все, что мы сегодня прошли, у нас есть два варианта. Есть первый номер, есть второй номер. Первый номер, номер работает по своим алгоритмам, как я сказал, который зависит от скорости, от дальности, от внешних факторов и так далее. Второй номер работает огнем поддержки. Его задача не обязательно всунуться и помочь всегда, когда это не надо. Его задача анализ, сбор информации, принятие решения, нужен он там или нет. Поэтому, как я сказал, прокачивайте мышление. И не забываем о том, что активная фаза – это все навыки, которые мы работаем до автоматизма, занимают всего 25% от общей системы подготовки, в которую входит в том числе аналитика, мышление, способность анализировать и очень-очень много других факторов. Не забываем об этом и прокачиваем все.